Спасибо за гостеприимство. Я имею в виду, в первую очередь, естественно, дивизию, которая здесь, которая вместе учится. Они действительно чувствуют себя здесь как дома, потому что гостеприимный народ, который окружает их, и, естественно, в первую очередь военные, они, конечно, делают все для того, чтобы появилась большая выучка, большее слаживание, боевое слаживание. И, как мне сказал министр обороны, и наш, естественно, здесь находится замкомандующий сухопутными войсками, это уже похоже на такое воинство, которое может выполнять задачи. Поэтому спасибо, Александр Григорьевич. Я, естественно, приехал с наилучшими пожеланиями от нашего президента, но и готов обсудить темы, которые вы говорили по телефону, о которых вы говорили на прошлой встрече. Поэтому мы, я думаю, находимся на том этапе, когда наши контакты с моим коллегой, с министром обороны, ну, естественно, по возможности с вами, должны быть более активными и, естественно, более конструктивными.